нам сегодня проходит квест. А что это такое квест? Пойдем увидим. Мы очутились в сказочном мире с Алисой из страны чудес и шляпником. Долго думая, мы отправились в волшебное путешествие, находя подсказки, собирая слова по буквам и следуя по указателям. Мы научились работать в команде и быстро думать, чтобы не остаться маленькими на всю жизнь, ну как в сказке. Сейчас вам нужно будет... Подожди. По очереди, по одному человеку подбежать, взять одну карточку, принести ее сюда. Там зашифровано слово. Выпей меня. Та самая фраза, которая нам нужна. Итак, какая команда соберет первую фразу «Выпей меня»? Та, собственно, и молодец, та и победила. Итак, я смотрю, вы все готовы. Шаг назад, молодая леди. Наша детская редакция нашла много друзей, которые рассказали нам столько много интересного. Привет. Привет. Как тебя зовут? Святослав. А тебе понравилась усадьба Ладушки? Да. А вот что тебе именно понравилось? Мне понравились загадки, лопать пузыри, бегать, в шапках бегать. А ты еще сюда придешь? Постараюсь. О, привет, тебя как зовут? Ксюша. Что сегодня было интересно? Что тебе сегодня понравилось? Мне все понравилось. Не могу выбрать, что больше. А что такое квест? Квест – это разные игры, развлечения, задания. А ты еще придешь сюда? Конечно. Привет. Привет. А как тебя зовут? Меня зовут Саид. А тебе сегодня понравилось здесь? Очень. А почему? Потому что у нашей усадьбы Ладушки в детской комнате прошел интересный квест «Алиса в стране чудес». А что такое квест? Это когда, задание, когда мы веселимся или какое-нибудь, ищем подсказки, помогаем друг другу, находим подсказки. Это как бы командная работа, и мы выполняем какие-нибудь задания, ищем клад, ищем подсказки. А ты в следующий раз сюда придешь? Конечно. Еще мы узнали, что детская комната работает в субботу, воскресенье с 12 часов дня до 10:30 вечера. А с понедельника по пятницу детская комната работает с 12 часов, но няни-аниматоры с 5 часов до 10:30 вечера. А вот на школьных каникулах детская комната открыта каждый день для всех с 12 часов вместе с нянями-аниматорами. Здравствуйте, а вы откуда?
А мы анимационная группа «Непоседы» из города Шымкент. Спасибо, мне вот так понравились. А вы еще раз сюда придете? Конечно, придем. Да? Обязательно. Обязательно. Мне с вами было интересно сегодня. Мы рады, что тебе все очень-очень-очень понравилось. Мы рады стараться. Спасибо. До свидания. Пожалуйста. Пока. Пока. Друзья, усадьба Ладушки ждет вас по адресу: город Шымкент, улица Байтурсынова, 74/4, комплекс усадьба Ладушки, второй этаж. Все справки по телефонам 8 771 019 83 35 и 8 72 52 37 10 37. Расскажите родителям, здесь так интересно!